необычные продукты в Америке, которые я нашла. Вряд ли ты увидишь похожее в своем магазине. Итак, поехали. Съедобные цветы. Всего $4 за упаковку. Для травоядных тут еще есть витграсс или пшеничные побеги. По мне, так это обычная трава за $10. Американцы молодцы и свекольную ботву умудряются продать. Дальше еще интереснее. Смотри, что нашла. Сухая смесь для приготовления веганской свинины. Вы серьезно? Тут же курица. На коробке рецепт. Просто добавь воду, масло, запеки и радуйся. Это еще что? Сок из моллюсков? Увидела говяжий и свиной жир в баночках $18. А как тебе такое? Органическая паста из зеленых бананов. Обещают, что вкус как у настоящей пасты. Для хейтеров пластика водичка в картонных упаковках по $2.50 за литр. А молоко из конопли когда-нибудь пробовали? Вот находка. Органический зефирный крем. Сейчас вам такое покажу. Смотрите, мясо без мяса. Тут же котлеты, фарш и даже майонез. А вот это просто пушка. Шишки с ароматом корицы и органическое полотенце из натуральной бумаги. $5 за рулон. Берем.